Песок и кровь. Экспозицию под таким названием готовят к открытию в Центральном выставочном зале. Там покажут гравюры испанских художников Гойи и Пикассо. Их работы посвящены бою быков. Устроители выставки на корриду смотрят с точки зрения сегодняшнего дня и современных событий. Далее подробности. Коррида глазами двух испанцев – Франциско Гойи и Пабло Пикассо. Этих художников разделяет почти полтора столетия, но оба были знатоками боя быков. Гойя в начале 19 века создал серию гравюр, которые сейчас сравнивают с документальной хроникой. Художник подробно воспроизвел историю корриды, ее правила, а также приемы, которыми пользовались известные тореадоры того времени, чтобы победить быка. И если все-таки для Гойи коррида – это... некое действо традиционное, которое погружено в традиции испанской культуры, дает дань и эстетике, и какой-то вот такой вот энергии этого действа, да, то для Пикассо это уже однозначно тема насилия, тема войны, тема жертвы. Пабло Пикассо тоже прекрасно знал корриду. Отец водил его на бои быков с 5 лет. Но в своих поздних работах художник выводит в сценах корриды образ страдающего Христа. И здесь появляется тема жертвы. Коллекцию старинных гравюр привезла в наш город московская компания «Артгид». Название экспозиции «Песок и кровь». В Перми ее дополнят документальные фильмы об испанских художниках и корриде. Как говорят сотрудники Центрального выставочного зала, экспозицию готовили давно, но так случилось, что она совпала с событиями последних дней. Мы за мир, и мы за даже за развлечение, наверное, все-таки более мирного характера. Но тем не менее, вот эта выставка, она получилась актуальной, получилась очень интересной, классической. Выставка объехала несколько городов страны. В Перми она откроется 3 марта. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.